Приветики, мальчики, разработчики игры Exoprimal. Это игра в стиле Left 4 Dead, но с динозаврами. Рассказали о релизной дате своей игры в новом трейлере. Давай заценим, что там показали Capcom США для лиц, достигших 17 лет. В каждой военной игре нас призывают вернуться на несколько лет назад. Вернемся в 2040 год. Вы экономный путешественник. Это не случайная вспышка заболеваний. Левиафан намеренно призывает их для военного вторжения. Но почему? Зачем повторять один и тот же день снова и снова, шеф? Шеф, а ваша сестра точно скончалась? Несколько лет назад, когда произошла одна из первых вспышек заболевания. Больше мы ничего не узнаем. Шеф полиции Картер Лоренцо, воплощение жизни на острове. И она самая лучшая. Что-то мне это Хало напоминает. Но с более проработанными персонажами. Смотри-ка, динозавры вторгаются. Вау. Женский половой киберкостюм. Что-то битва с динозаврами, которые кастуются из порталов, как-то странно, но прикольно, прикольно. Обожаю смотреть игровые трейлеры. Постоянно с каждым трейлером влюбляюсь в игру, про которую трейлер смотрю. В трейлере музыка из Linkin Park, что ли, играет? Прощайте авторские права, прощай монетизация. Exoprimal. Шеф? Вы не попытаетесь поговорить? Еще один человек? Ты все такой же красивый. О! Реально. Я знаю, почему именно я. Лоренцо так и не приступил к работе по-настоящему. 14 июля. Вы еще один новобранец экса-бойца? Добро пожаловать. Открытый бета-тест 17-го, с 17 по 19 марта. А игра выйдет в июле. 14 июля летом выйдет игра. Бонусы за предзаказ. Ну, не знаю, трейлер мне понравился, но игра как будто бы нет. И лично я не стал в нее играть. Но в целом, как будто бы круто, супер клево. Все это как будто в стиле Halo, а я с Halo не знакомый. И не сильно мне симпатизирует вся тематика, все эти сеттинги не наши, не исконные, не ведьмаки. Но трейлер замечательный. Надеюсь, я ошибаюсь, игра будет замечательная. Пушка, бомба. А теперь сбыл, спасибо за просмотр, лайк, комментарий, подписка, все дела, пока-пока, дергай меня за кибернетические бока.